Дебютный роман Даны Григорча с историческим названием «Баба Рада. Жизнь так же хрупка, как волосы на голове» вышел в свет в 2011 году. Швейцарская европейская литературная критика внимательно отнеслась к творчеству начинающей писательницы. И в 2015 году по результатам авторитетнейшей европейской премии имени Ингеборг Бахман Дана стала обладателем специального приза от ведущего культурного телеканала «Трисад». На авторском вечере в Тюмени Дана Григорча рассказала о себе, своем творческом пути и вдохновении. Я очень рада быть здесь. Я сердечно благодарю за приглашение. Я еще никогда не была так далеко от Европы. Однажды я была в Южной Америке, но так далеко от всего, что я знаю и понимаю, я не была никогда. И я очень счастлива, что все внезапно оказалось таким знакомым. Я прогуливалась по городу, и у меня сложилось впечатление, что я когда-то здесь уже была. Я, конечно, хорошо знакома с русской литературой, со школой, со времен моего обучения в университете. И потом, кроме этого, я знаю русскую музыку. И создается ощущение, что ты как будто бы здесь уже побывал. Но быть здесь по-настоящему и глядя на эти здания, на эту архитектуру, ощущать, что это все тебе уже знакомо, это чудесно. Писательница представила свой второй роман «Первичное чувство невиновности», который был номинирован на швейцарскую литературную премию и стал первым в гонке зрительских симпатий. После прочтения отрывков из романа на немецком и русском языке Дана Григорча ответила на вопросы гостей вечера. По признанию писательницы, интерес, который был проявлен к ее творчеству в Тюмени, позволил начать переговоры о переводе ее романов на русский язык. Ирина Сиволобова, Николай Салдаев для Евразион ТВ.